Здравствуйте, дорогие ребята. И вы посмотрите, что только у нас на улице творится. Ребят, это не описать словами. Сейчас декабрь, уже, по идее, должна прийти зима. Но зимой здесь почему-то не пахнет. У нас все голое, все деревья голые. Вот реально выглядит как весна, теплый денек. Сейчас у нас 10:58. И ребята создают тут такое ощущение, что у нас весна в городе. Вот реально. А это видео я, наверное, выложу уже завтра, 8 декабря, потому что, господи, дорогие, я выложу это видео и еще один влог к нему. Ребят, почти минус 2 в Петербурге, ветер со скоростью 3,7 метра в секунду, давление 774 миллиметра ртутного столба, относительная влажность воздуха 54%. Сегодня без существенных осадков, умеренный ветер, днем от минус 2 до 0, на дорогах местами гололедица, атмосферное давление будет повышаться. Завтра обещают без осадков, умеренный ветер, ночью от минус 6 до минус 4, днем от минус 4 до минус 2, атмосферное давление будет меняться мало. Ребят, у нас весна, вот реально весна. Ночью от минус 6 до минус 4 в пригороде. Это будет, наверное. Днем от минус 4 до минус 2 атмосферное давление будет меняться мало. Согласно прогнозу геомагнитной активности в Петербурге, все нормально. Но сегодня, завтра и послезавтра на солнце ничего страшного не ожидается. Солнце уже взошло в 9:41, зайдет в 15:58. Световой день продолжает сокращаться. Луна сейчас убывающая. Согласно сервису Яндекс пробки в Петербурге на дорогах местами затруднения. В центре самая крупная пробка на набережной. Ну, короче, вы слышали все о погоде. Напишите, как у вас в городе и в каком вы городе живете. Мне будет интересно почитать. Хотя у кого я спрашиваю, меня смотрят максимум там 2 человека. Сейчас 1 человек. Это Викыч ТВ. Спасибо тебе большое, что ты меня смотришь. Я тебе безумно благодарна. Ну и совет от Натальи тоже. Спасибо, что она меня. После 11 часов в студии Марина Старцева, в начале часа на Эйхе информационная программа. В Астрахани посетители бассейна отравились хлором. Россия за сутки. Ну вот, ребята, у нас реальная весна. И вроде декабрь, но весна. Вот я сейчас шла по улице до машины по нашему двору и просто офигевала. Солнце, деревья голые, такое ощущение, что весна, это реально весной, такое ощущение, как все. Этим утром людям, находившимся в спортивном комплексе «Динамо» в центре города, стало плохо. Предположительно, из-за повышения химической концентрации весной и обработки воды доходит, в бассейне. Так и у нас и сейчас все дошло. Вот. У нас зимой даже не пахнет. Снега нет уже несколько недель. Вот с того самого видео, как я выкладывала, у нас выпал снег. Я просто его не увидела, как я выкладывала. Ребят, и с того дня у нас снег на следующее утро растаял, и больше не было снега. Даже намека на того, на то, что будет снег, будет зима. Ребята, я думаю, если в январе и феврале будет то же самое, хотя меня в Питере уже, наверное, было. Не будет, я вряд ли появлюсь в Петербурге. Ну, кто живет в Петербурге, просьба, напишите, как у вас в районе. Сейчас зима есть или зима нет, хотя вряд ли, если у меня-то в районе нет зимы, у меня в районе чистая весна, реально весна, то, ребят, это вряд ли будет во всем Петербурге снег. Хотя вдруг писал, что у них метели в районе.
А у меня в районе вот такая вот чистая весна. Вот реально, пахнет даже по-весеннему. Вот вроде декабрь, а такое ощущение, что пришла весна. Солнышко светит, птички поют, пахнет по-весеннему. Деревья голые, снега нет. Где снег? По идее, в декабре должен быть снег, потому что это первый месяц зимы. Но снегом даже тут и близко не пахнет. Интересно, как в других районах. Сказали, что это произошло, во-первых, из-за медлительности производителя, и во-вторых, из-за сокращения штата. За последние несколько месяцев из компании региональной. Ладно, дорогие, я, в принципе, сняла все, что хотела. Вообще думала не снимать это видео, но я уже сняла, уже надела, так сняла. Ребята, если... О, Суперджет всего мира начал падать несколько лет назад из-за того, что производитель не смог наладить поставку запасных частей и из-за того, что самолет слишком долго ожидает ремонта. Суд в США признал недействительной попытку администрации Дональда Трампа признать гарантии для тех нелегальных мигрантов, ввезенных в США их родителями. Из Вашингтона передает наш собственный корреспондент Карина Вова. Напишите, какая у вас погода, если у вас снег, если вы живете в Петербурге. А я, ребят, буду заканчивать, ну, реально, в декабре весна, это... Я думала, что в начале декабря будет снег, потому что у нас в прошлом году, в начале декабря, был снег, лежал. 1 декабря я проснулась, а у нас горы снега под окнами. Я думала, что будет, честно, в этом году тоже, но, ребят, тут снегом даже не пахнет. Не знаю, будет ли он в феврале или январе, посмотрим, но в декабре, по идее, должен быть. Это первый месяц зимы, по логике. А тут, блин, весна. Весна в декабре. Первый раз такое вижу. А вот, напишите, как с погодой и как вы относитесь к этой ситуации, что вы сейчас увидели. Ребята, я буду заканчивать. Всем пока. С вами был канал моего Тофина. Это будет, пожалуй, видео-влог весна в декабре, потому что реально это пипец. И всем пока, потому что видео уже затянулось на 8 минут. Пока. Увидимся уже 8 декабря, потому что я завтра буду снимать еще один влог. Пока-пока. За окошком снегири греют куст рябиновый, наливные ягоды рдеют на снегу. Я сегодня ночевал с женщиной любимою, без которой дальше жить просто не могу. Я сегодня ночевал с женщиной любимою, без которой дальше жить просто не могу. У меня своя семья, жизнь давно очерчена, но себя не обмануть, сколько ни хитри. С этой женщиною я словно небом венчанный, и от счастья своего пьяный до зари. С этой женщиною я словно небом венчанный, и от счастья своего пьяный до зари.